Педагогика – дело непростое. Ее смело можно назвать колыбелью знаний, давшей старт мировой науке. Но является ли педагогика наукой на самом деле? Эта дилемма мучает умы миллионов специалистов по всему миру. На этот вопрос попробовали ответить казанские педагоги на круглом столе с представителями Технического университета Дрездена. Фактически мы бывали во многих странах, знакомились с подготовкой учителей. Везде существуют свои проблемы. Они самые разные, поэтому не случайно сейчас в научном мире такой большой интерес к проблеме подготовки учителей. Ученые многих стран пытаются найти в том числе универсальные модели. Стоит отметить, Технический университет Дрездена имеет много общего с Казанским федеральным в области подготовки педагогических кадров. Словно брат-близнец, немецкий вуз не намерен отставать от казанских коллег и уже полностью осознает, в чем. Я не упустил возможности понаблюдать за тем, как Казанский федеральный университет готовит педагогические кадры. Интересно даже то, что педагогическая модель Казанского университета опирается на самые последние тенденции в развитии общества. Благодаря вам наш вуз мог бы выйти на более высокий уровень и показать соответствующие результаты. И тем не менее, к идеальной модели учителя 21 века никто не пришел. Ответ на вопрос, наука ли педагогика или призвание, до сих пор не найден. Это легко объяснить, ведь каждая страна имеет свои уникальные задачи в воспитании молодого поколения. Но наверняка совместная работа с коллегами из Технического университета Дрездена позволит Казанскому федеральному университету найти ответы и не на такие вопросы. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.